Мы гордимся тем, что из года в год за национальную сборную России довольно успешно выступают спортсмены из Кабардино-Балкарии, заявил Арсен Коноков в опубликованном сегодня интервью российской газете. Великолепной четверкой из КБР называет издание наших атлетов, а главу республики одним из самых преданных болельщиков. У каждого из них есть все шансы прославить свою страну на самом высоком уровне, считает Арсен Коноков. Отвечая на вопрос о мерах поддержки именитых спортсменов КБР, глава республики сообщил, что с января 2011 года претенденты в олимпийскую команду получают по 35 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, каждому спортсмену, входящему в основной состав национальной сборной, выплачивается ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч рублей. Резервники получают по 5, а за последние два года в три раза увеличена сумма вознаграждения победителям и призерам официальных стартов. В интервью речь идет и о развитии в республике физкультуры и спорта, многочисленных новых спортивных объектах, которые сейчас строятся в Кабардино-Балкарии, и, конечно, о будущем футбольного клуба «Спартак-Нальчик».